Всем привет, Blender 2.81, и как я обещал, давайте вот сделаем теперь мягче скелет, чтобы он более был подготовлен к приемам всяким, да? Погнали. Так, заходим, выбираем косточки, вот так, кости у меня изменены, вот этот вот, вот эта плоскость, это у меня центральная кость, сейчас я вам покажу. В Edit Mode заходим, вот такие кости. Вот эта кость у меня изменена, это плоскость. И вот эта тоже косточка, тоже плоскость. Вот от этой кости теперь вытягиваем, экстрадируем кость. Вот так вот нажимаем на нее, жмем Alt-I, отсоединяем Clear Parent. Объединяем теперь вот эту косточку с этой через Shift, Ctrl-P, Keep Offset. И заходим теперь в Pose Mode. Вот теперь у меня вот эта косточка центральная, это вот плоскость. Выбираем вот эту косточку, жмем на эту косточку через Shift и Ctrl-Shift-C. Находим Spline IK. Все назначаем. Смотрим, как все это дело работает. Это нажимаем G. Вот уже стало все мягче как-то. Ну давайте теперь вот этой косточки. Так, вот выбираем вот эту кость. Вот эту. И через Shift вот эту. И жмем Ctrl-Shift-C. Copy Location. Вот так вот. Смотрим, что да как происходит теперь. Вот теперь все мягче. Стало еще лучше. О. Вот таким вот образом он может двигаться. Так, смотрим эту косточку G. Вот. Тут вообще все прикольно. И давайте вот эту косточку тоже поднастроим. Заходим в настройки кости, находим ротация по Y, нажимаем правой кнопкой мыши, находим Add Driver и драйвер чуть-чуть поднастроим. Выбираем Object Armature, выбираем кость. Кость у нас именно просто Bone первая. Теперь выбираем X локация, ставим Z rotation. Так, авто Euler, этот ставим Quaternion, вот этот. Так, смотрим, что тут еще. Арматура Бон. Можно тут переименовать, написать, допустим, центр или как главное. Ну, допустим, так. Enter. Так, что тут еще эту косточку поднастроил. И Update. Вот этот нажимаем. Чтобы все это дело применилось. Вот цвет поменяла именно по Y. Тут теперь драйвер стоит. Ну и смотрим, что и как тут будет происходить. Так, смотрим. G. Вот таким вот образом все. Мягенько все работает, все прикольно. Так, вот эту кость. Вот так все это дело движется, тут вытягивается. Ну, такая штука. Так, еще что можно сделать? Вот этой косточке можно теперь поставить, так, дистанция. Жмем Ctrl-Shift-C и находим лимит дистанции. Вот так она перекрасилась в зеленый цвет. Находим настройки кости. Ну и поставим единицу. Так, empty. Арматура. И выбираем bone 1. Так, что тут еще? Ну, в принципе, все стоит. Смотрим, как теперь она будет работать. G. Ну вот, уже меньше. Уходит более-менее на одном месте как-то ориентированно. Если прибавим расстояние, то она будет больше уходить. Вот так вот. Сама косточка вот раз движет всю эту штуку. Поставим единицу. Ну вот с единицы уже нормально.
Что еще можно сделать? Сейчас заходим в Edit Mode. Через Shift можно проверить, стоят ли связи. Ctrl-P, Keep Offset. И вот здесь вот тоже проверяем связи. Если есть, то все нормально. Ctrl-P, Keep Offset. Что еще можно сделать? Можно вот теперь от этой косточки, вот от этой, вытянуть еще одну косточку. Е. Вот так вот. Немножко ее теперь подредактируем. Выровняем вот так. Эту косточку, что я вытянул, бон, удаляем. Так, теперь ее можно отцепить. Это Alt-P, Clear Parent. А вот этой косточке можно деформацию отключить. Так, и вот этой косточке тоже можно отключить деформацию. И вот так вот, вот эту кость связать с этой. Ctrl-P, Keep Offset. Смотрим, что она нам даст. Так, Pose Mode. Выбираем вот эту косточку и жмем R. Вот она теперь вот так все крутит, вертит прикольно. Джигу танцевать может. Так, что еще? Вот эту косточку проверяем R. Все работает. Ну и давайте его поставим в позу. Так, это значит... G. Это тоже G. Вы видите, как руки плавно стали работать. Все вообще классно. Так, теперь вот эту ногу поднимаем. Чуть-чуть ее уводим вот сюда. А эту ногу чуть-чуть. Вот сюда. Ну и немножко этими костями можно тут подкорректировать. Это что-то вот увести вот так вот. Как будто пули пропускает. Так, вот таким вот образом. Так, G, ногу чуть назад. Ну и немножко с головой поработаем. Вот так вот нажмем R. Здесь вот тоже с этой косточкой можно немножко поиграться. Вот так его вперед вытянуть чуть-чуть. И немножко перекрутить R. Вот так. И вот эту косточку тоже немножко R. Вот. Вот так все крутится, вертится, все прикольно. И немножко глаза. И немножко рот тогда докорректируем. Выбираем нижние вот эти маркеры. И вот эту косточку выбираем. Жмем R. И немножко G. Ну, уже в традициях. Так, единица на нампаде. Убираем теперь видимость костей. In front. И ставим сетку.
Вот такая поза, вот так работает скелет. Все, всем пока, до свидания.